Дорогие друзья, уважаемые слушатели и зрители белорусской оперы, 12 марта в 19 часов мы с нетерпением ждем вас на исполнении оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец» в нашем театре белорусской оперы. Я уверен, что музыка Рихарда Вагнера не оставит вас равнодушными, поскольку в этой опере удивительным образом сочетается романтический пафос, грандиозное звучание оркестра и удивительная интимность, лиричность исполнителей. Это опера о взаимоотношениях людей. Это интересно и близко каждому. Это опера любви, это опера о верности, это опера о том, как трудно найти близкого человека и родственную душу. Я уверен, что в исполнении замечательных солистов белорусской оперы Станислава Трифонова, Елены Золовой, Василия Ковальчука, Виктора Менделева, Юрия Городецкого, все заложенное в партитуре раскроется для вас, и вы уйдете из театра растроганными и счастливыми. Во всяком случае, мы будем к этому стремиться, мы делаем все возможное для того, чтобы вам было интересно и для того, чтобы этот вечер был для вас особенным. Спасибо.